И к этому моменту уже появилось видео тушения пожара внутри Дворца спорта имени Ивана Ярыгина. На кадрах видно, как горят и плавятся конструкции под крышей помещения. В разных местах вспыхивает огонь, все в дыму и черной копоти. По этому видео можно судить о том, насколько серьезный ущерб причинен спортивному сооружению. Судя по всему, он довольно значительный. Слышно также, как ставится задача пожарным, которые работают внутри Дворца спорта. Ваша задача – проверить. Внутри арены, потому что там тоже могут быть горючие материалы. Огромное пространство, просто там тоже может дым удеваться. Некуда. Попробуйте проверить. Но имейте в виду, расстояние огромное, следите за давлением манометра.